рассада Роджерс и тонолистный высаживается с учетом предпочтений растения. Многолетник очень любит влагу, поэтому размещать его нужно возле заборов, водоемов, под стенами дома. Место должно быть сырым, но без застоя влаги. Семена Роджерс и тонолистный предпочитают удобренные перегноем почвы на полузатененных местах. Этот сорт устойчив перед большинством болезней и вредителей, но крайне редко листья может поразить грибок. Рассада Роджерс и тонолистный разрастается в высоту до 120 см. Листья крупные и окрашены в насыщенно-зеленый цвет. Цветочки собираются в соцветия. Их цвет зависит от вида растения и может быть белым, розовым или бело-розовым. Роджерсия конско-каштанолистная – это травянистый высотой от 90 до 120 см. Цветет растение в месяц май, июнь. Окраска цветка бело-розовый. Весной листва по цвету бронзово-зеленая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.